Уверенно держит в руках обручи и булавы. В Люберцах стартовал турнир «Юные гимнастки России». За 7 соревновательных дней на ковер Дворца спорта «Триумф» выйдут 240 спортсменок из 70 городов страны. Изящно чертят в воздухе окружности и петли. На ковре Дворца спорта «Триумф» встретились лучшие гимнастки известных спортивных сообществ страны. Статус хозяек всероссийского турнира вновь достался люберчанкам. Округ ежегодно становится площадкой для проведения всероссийских соревнований по художественной гимнастике. Этот вид спорта здесь процветает. У нас есть спортивная школа Олимпийского резерва, где есть отделение по художественной гимнастике. И на сегодня у нас есть члены сборной команды России по художественной гимнастике. Участницам турнира не больше 12, но за плечами у них большой спортивный стаж. Дружбу с лентами и обручами они начали в раннем детстве и теперь в ритме танца движутся к кульминации своей гимнастической карьеры. Я хочу ездить много на соревнования. Ну и почаще занимать пьедестальные места. Турнир «Юные гимнастки России» даст возможность лучшим спортсменкам показать себя на еще одном масштабном состязании. Его победители получат путевку на первенство России по художественной гимнастике. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.